Всем привет, 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 привет. Мы приехали, смотрите, после дождей, у нас дожди прошли эти дни, речка полная. Мы идем на праздник цветов. Я вам показывала в прошлом видео неделю назад, что здесь будет праздник цветов. И вообще праздник какой-то еще чего-то. Ну, короче, праздник. И там в школе дети тоже продают свои поделки, свое все. Пойдемте посмотрим. Сейчас посмотрим на цветочки, а потом посмотрим, здесь люди воду набирают. Сейчас очень много народу везде припарковались. Пойдем посмотрим цветочки. Руля-пуля. Прям, да? Розы, цветы. Так вот. Уже попродавали, они здесь целую неделю торгуют. Там продают халву, халвас. Сейчас там какой-то тоже праздник. Посмотрим, что там детки приготовили нам. Вот, солнце. У нас сегодня целый день, я бы говорила, долил. Дождь памы брюра. Сейчас посмотрим, что там они делают. И... Зебра, да, зебра. Вот, видите, написано Юртетелулудьон 2014 года. Вот. С 1 по 4 базар детский. Вот это в школе. У них вот такая штучка. Сейчас они, зебры идут. Здесь есть светофор. Когда здесь дети в школе, они здесь через светофор идут. Надо смотреть, дорога очень-очень извилистая, видите, какая. И не видно ничего. Вот дорожка, видите, в школу каменная. И вот дорожка такая узенькая, деревенская, в горная. Пошлите.
Давайте будем забираться по камням. Вон, бабушки тоже идут, видимо, внуки там в школе.
уходим. Да, еще раз покажу вам то, что купил мне муж мой. Серебро, оно сделано под старину. Вот, вот такие дела. Ладно, все. Всем пока-пока. Всем пока-пока, и мы уходим из нашего солнечного вечера.